Я бросил там все. Жду, когда вода спадет, чтобы начать уборку в доме и вернуться к нормальной жизни. Этот бразилец вернулся в свой затопленный дом, чтобы посмотреть на его состояние. Добраться сюда пока можно только на лодке. Несколько недель наводнений сделали свое дело. Снаружи 1,5 метра воды. На дороге, которую затопило, до сих пор глубина 1,5 метра. Рекордные ливни в штате Баия пошли после исторической засухи, но вместо облегчения – новое бедствие. Все пропало. Холодильник, морозильник, диван, кровать – все. Своих домов лишились 37 тысяч человек. 54 тысячи были вынуждены эвакуироваться. Погибло не менее 24 человек. Еще 434 пострадали. В канун Рождества прорвало две плотины. За всю историю Ильеуса мы никогда не видели столько воды, как сейчас. Это настоящая катастрофа. Эти наводнения называют худшими в истории штата за всю историю наблюдений. Отправить помощь предложила Аргентина, но президент Джаир Болсонаро ее отклонил.